Привет, вы на канале Взлет. Меня зовут Ольга, и в этом видео я покажу вам, что я заказала для себя и своей семьи в 9-м каталоге Oriflame. Поехали! 9-й каталог длится всего 2 недели. И в первую неделю этого периода была отличная акция. При заказе от 50 баллов Oriflame доставлял его бесплатно. Акция уже закончилась, и если вы ее пропустили, то очень рекомендую вам заходить в свой личный кабинет и следить за всеми акциями, которые там появляются. Если у вас еще нет входа для доступа внутрь сайта Oriflame в личный кабинет, то вы можете легко оформить его по ссылочке вверху, либо внизу в описании в инфобоксе. Заполняйте анкету, и вам приходит доступ. Мало того, что вы можете все заказывать за 10% скидкой, когда хотите, на любые суммы с доставкой в ваш регион, так еще и участвовать вот в таких замечательных акциях. У меня заказ больше 50 баллов, поэтому его доставка была бесплатной. И первое, что я хочу вам показать, та-дам, этот день настал. Я заказала wellness-пэки мужской и женский, без каких-либо подписок, без каких-либо акций, потому что я очень люблю этот продукт. Да, возможно, кто-то мне напишет, что есть подписка на пэки в рамках каких-то наборов, но для меня вот того количества коктейлей, которые даются в этих наборах, очень много. Тем более я заказываю их еще и по другим акциям, сейчас я вам покажу. А вот пэки бы я заказывала. Когда же вернется подписка на Wellness Pack? Я этого очень жду, но пока ее нет. Вот, видите, заказываю по полной цене. Впервые по полной цене два Wellness Pack. Это комплексы мультивитаминов, минералов, астаксантина и омеги-3. Здесь 21 пакетик. В каждом пакетике по 4 капсулы. Этот комплекс для поддержания здоровья, ресурсного состояния для мужчин и для женщин. Заказала мужу и себе. О коктейлях. В моем заказе есть питательный ванильный коктейль. Он мне очень нравится. Недавно с мужем тут мы поспорили. Ему нравится больше прошлый ванильный по вкусу, а мне этот. Этот очень круто насыщает, и он действительно как прием пищи. Когда я выпиваю порцию этого коктейля, мне не нужен просто этот прием пищи. Я становлюсь сыта и могу до следующего приема пищи совершенно спокойно провести время. Очень удобно в путешествиях, очень удобно, когда некогда поесть, некогда приготовить есть. Ну и, конечно же, я просто сейчас не имею права об этом говорить, потому что я не занимаюсь снижением веса. Сейчас такой период у меня в жизни, что мне не до этого. Но когда вы снижаете вес, можете заменить вот таким низкокалорийным приемом пищи, одну процедуру принятия еды, то в этом случае коктейль служит просто отличной заменой. И на этот коктейль сейчас идут сразу две акции. Я чуть не проворонила одну из них, поэтому слушайте сейчас очень внимательно. Одна акция. Закажи коктейль в прошлом 8-м каталоге и в 9-м, и в 10-м он придет бесплатно. Вторая акция, она накладывается в 9-м каталоге. Сделай заказ от 150 баллов, включи коктейль в заказ, и в этом случае он приходит в полцены. Что я делаю? Я делаю заказ, включаю коктейль, и я просто не обратила внимания, что он мне пробился за полцены в накладной. Я-то уверена, что я заказала в 8-м и в 9-м и жду в 10-м бесплатный. Мне пишет сотрудник компании, она мне скидывает различные отчеты и говорит: Оля, смотрите, у вас коктейль бы заказать, чтобы в 10-м каталоге получить бесплатно. Я ей отвечаю: я-то уже заказала. Она говорит: он не значится в отчете, что вы его заказали. Я иду в накладную, и я вижу, что коктейль-то у меня по совсем другой акции пришел с 50% скидкой. Это две акции, которые накладываются одна на другую. Если вы ждете в следующем каталоге бесплатный коктейль, обязательно проверьте в своей накладной, по какой цене вы добавили коктейль в этом каталоге, потому что он не считается. Мне для того, чтобы в следующем каталоге получить бесплатный коктейль по акции, надо заказать еще один по полной цене. Я надеюсь, я понятно объяснила. Если непонятно, спрашивайте внизу в комментариях. Еще я напишу об этом в своем телеграм-канале Баблик. Если какие-то вот такие моменты всплывают, дополнительные, либо какие-то лайфхаки внезапно мне приходят в голову, я все пишу в телеграм-канале, поэтому подписывайтесь туда. И там в комментариях также можно вот эти вопросы обсуждать. Но я сейчас вас предупреждаю, потому что каталог идет всего 2 недели. И если вы вот так же, как и я, добавили коктейли и не увидели, что он прошел по полной
полцены, вы будете ждать в следующем каталоге бесплатный, а он вам не придет. Поэтому обязательно проверьте. Коктейль отличный, у меня есть на него обзор, если вы хотите узнать о нем поподробнее. В моем заказе в этот раз очень много wellness продуктов, и давно уже я грозилась, что я закажу напиток как в углу, как только он будет со скидкой, потому что мне он очень нравится. Сейчас у меня кожа нормализовалась, в том числе благодаря маскам. Недавно я делала обзор на них, сейчас тоже они мне есть в заказе, я вам расскажу. Но все равно, вот прям буквально пару недель назад у меня была такая сухость кожи, не могу сказать, с чем это связано. И я прямо вписала в заказ, как только увидела, что Aqua Glow со скидкой. Напиток Aqua Glow, здесь 15 пакетиков, он восстанавливает увлажненность кожи изнутри. Вот вы выпиваете стаканчик, и уже через какое-то время происходит накопительный эффект, но довольно быстро, где-то в течение недели, и уже вы чувствуете, что ваша кожа не сохнет, не шелушится, она наполняется силой, тонусом, и это очень приятное ощущение. Продолжается подписка на детскую омегу у меня, это жидкая омега для моей младшей дочери. В прошлом каталоге я оформила первый шаг, и вот мне пришел второй шаг. Это жидкая добавка с рыбьим жиром для детей, которая обеспечивает ежедневное потребление важных омега-3 кислот. Также, как я вам уже сказала, внутри личного кабинета есть очень много классных акций, и я всегда что-то из них заказываю. Не знаю, может быть, у меня такой характер, но когда я вижу эксклюзивно онлайн, я иду в эту акцию и думаю, а что мне отсюда могло бы пригодиться. Так как у меня в семье три девушки взрослых, я и мои две взрослые дочери с длинными волосами, и периодически жирность у корней волос нас напрягает, и она иногда возникает внезапно, то всегда у нас дома есть сухой шампунь. Поэтому в этот раз по акции эксклюзивно онлайн я увидела сухой шампунь со скидкой и вписала его в заказ. Он стоит всего 319 рублей. Кроме того, что он убирает жирность у корней волос, если надо быстро привести голову в порядок, он еще и содержит комплекс питательных фитонутриентов. И также по акции эксклюзивно онлайн я заказала щипчики для кутикулы. Мне они очень нравятся, острые. Дочь у меня тоже сказала недавно, она говорит: мама, почему ты берешь все время мой маникюрный набор? Мама, потому что в моем нет вот таких щипчиков. А я даже вот как-то не обратила на это внимание, поэтому заказала, вот пусть будут еще одни. Еще в начале весны в Oriflame стартовала акция для лидеров. Нужно было получить вот такой браслет в заказе, вот он мне пришел. И потом при выполнении определенных условий к этому браслету давали подвески. Первые пару каталогов у меня эти условия не выполнялись. А вот в прошлом каталоге, в позапрошлом, были выполнены условия, потом компания там как-то это проверяет по отчетам, все ли там верно, и через каталог присылает подвеску. И вот у меня сейчас в заказе вот такая нестандартная коробочка Норхен. И давайте же посмотрим, что Oriflame мне сюда положил. Вот это подвеска для того браслета, который дали в самом начале. Это земной шар. Когда я смотрела на подвески по этой акции, то больше всего мне понравились ручки, но такую я не получила, которая вот так вот держит. И вот этот вот глобус, и еще сердечко. По-моему, боюсь сейчас загадывать, но условия по сердечку в прошлом каталоге я тоже выполнила, и в следующем тогда каталоге вам тоже ее покажу. Но земной шар очень симпатичный. Не знаю, я вообще такие вещи не ношу, не знаю, буду ли носить, но, знаете, вот в этих шармах, которые болтаются, вот, наверное, что-то есть, какие-то такие завлекалочки. Если вы такой носите, поделитесь, пожалуйста, за что вы это любите. Я знаю, что некоторые девушки, они прям с ума сходят и покупают много-много таких штук, но я ношу вот кожаный браслет, вы знаете, кто смотрит мои видео, а вот такими штуками еще не баловалась. Вот такая вот будет теперь болтаться у меня подвесочка. Очень мило, со стразиками, выглядит симпатично и довольно органично. Дальше в моем заказе три украшения Норхен. Сейчас идет акция также в личном кабинете. Называется «Позволь себе больше». Я знаю, что многие девочки тоже в эту акцию нырнули и выбрали себе украшения, которые давно откладывали. Украшения Норхен из каталога ювелирной бижутерии. У нас бьюти-чате «Взлет», который для тех, кто регистрируется вот по моей ссылке, они там могут общаться, обсуждать продукцию, акции, какие-то вопросы задавать. И вот там девочки
девочки обсуждали, кто что себе заказал. И я тоже писала, что я заказала себе украшение, жемчужная роза. Все три предмета набора я в этот раз взяла. Когда я делала обзор, вот здесь вам оставлю ссылочку на обзор, мне эти украшения очень понравились. Но у меня такое часто бывает, когда мне продукт нравится, но я прям себя останавливаю в покупке, потому что я говорю: Оля, а куда ты это будешь носить? Зачем тебе? Да, тебе нравится, но ты знаешь, что ты этот набор купишь, и он будет у тебя лежать, так остановись. И тогда, в тот момент, я вот реально так себя остановила, хотя даже, по-моему, в обзоре это видно, что мне очень понравился набор, но в этот раз, когда я увидела его в распродаже, добавила весь набор в заказ. Набор мне обошелся 2797 рублей, все три предмета. Это кольцо, серьги и колье. Это кольцо мне очень сильно напоминает, если вы смотрели фильм «Десятое королевство», и там было жемчужное колечко в одной из серий, детская сказка потрясающая, просто очень рекомендую, если не смотрели, которая пела там для влюбленных, очень милое колечко, и вот это кольцо, оно очень на него похоже. Сейчас я сниму свои серьги, в которых я сначала. Это, кстати, тоже Oriflame с кристаллами Swarovski. У меня несколько таких наборов тоже были по какой-то акции. Теннисная была акция, не знаю, помнит ли кто-то еще такое. И надену новенькие вот такие петли, имитация жемчуга, крупными бусинами цвета шампань. Минималистский аксессуар, который удачно сочетается с любым образом. И третья коробочка, это колье. Материал всей коллекции латунь и стекло. Вот эти жемчужины, они из стекла, а покрытие из розового золота. Вот, смотрите, какая красивая бусина. Я люблю, когда минимализм сочетается с эффектной подачей. Вот такой комплект я себе собрала и думаю, что буду с удовольствием носить. По акции «Твой стильный взгляд». Сейчас предлагают при заказе от 50 баллов очки. В начале, когда я делала заказ, это было в воскресенье. Очень рекомендую, делайте заказы прямо в воскресенье в 11 часов, с 11 где-то до 12. Открывается каталог, открывается сайт и очень большой выбор всего, различных акций, различных предложений. И по акции вот этой с очками было много разных очков. Прямо можно было выбрать совершенно любые. И я, надо сказать, смотрела свои же обзоры долго и пристально. Думала, ну какие же мне взять очки? Одни у меня есть, одни мне не нравятся в обзоре. Я смотрю на себя, как они на мне выглядят. Третьи тоже я знаю, что не буду носить. И я выбрала очки, у меня такие были, но я их подарила. И когда подарила, наблюдала на девушке очень долгое время, как они шикарно смотрятся. Мы проводили вместе время, и я прям вот в восторге смотрела, и потом искала, честно скажу, подобные очки, чтобы была широкая, но при этом лаконичная оправа. Вот если бы вот этих штучек еще не было, это были бы вообще очки моей мечты. Холодные стекла, они вот идеально сидят. И вот эта вот в меру широкая оправа, она прям вот очень органична, мне очень нравится. Хотя очков у меня очень много, у меня прям целая коллекция, у меня выдвигается комодик такой маленький, прям лежат очень много очков, если хотите, потом в баблике покажу. И даже не удержалась в магазине, недавно мимо проходя, купила такие классные женские авиаторы и тоже сейчас с удовольствием ношу. В общем, очки у меня по настроению, как помада. И вот эти очки я вписала и думаю, что их тоже буду носить. Немного продуктов из основного каталога у меня тоже есть. Сейчас зубные пасты с хорошими скидками. Я заказала 3 освежающих зубных пасты. В составе этой пасты активные вещества с длительным охлаждающим эффектом, чтобы надолго обеспечить свежее дыхание. Технология, которая используется здесь в формуле, защищает зубы, язык, щеки, десны. И именно освежающая зубная паста обеспечивает 12-часовую защиту от налета, кариеса и зубного камня. 132 рубля сейчас она стоит по цене личного кабинета. Очень хорошая скидка. По-моему, до этого пасты были значительно дороже. Но у меня большой запас зубных паст. Ну вот,
освежающая подходит к концу. Она прозрачная, гелеобразная. Вскрывать не буду, запечатана фольгой. И несколько у меня еще есть в запасе, но одну все равно вот я докинула. Это зубная паста с травяными маслами. Она содержит натуральные экстракты 5 трав. Мяты, розмарина, эвкалипта, гвоздики и ромашки. И эта формула обеспечит также здоровье зубов и десен. Очень многим нравится эта паста. Раньше она называлась травяным комплексом. И прям вот на нее всегда было больше всего позитивных отзывов. Сейчас с хорошей скидкой увлажняющая маска для лица Essentials. В ней 10 мл, но она отлично питает кожу лица. Она без парабенов, с витамином Е, глицерином и натуральным маслом канолы. Я заказала себе 2 штучки. Скраб, шампунь для волос с углем и органической мятой Love Nature. Я уже один протестировала. И у меня прям вот такое чувство, как будто воздух появился у корней волос, как будто появился объем на волосах. Пока не могу сказать, насколько этот шампунь действительно хорошо очищает волосы, но то, что появился объем, уже говорит о том, что мои волосы сбросили часть всего, что на них накопилось. И также в моем заказе 3 новинки. Это маски линейки Love Nature, 2 маски скраб, новое направление, которое называется Upcycle. Уход за лицом, который делается не из самих продуктов, а из экстрактов, которые остаются после переработки продуктов. Я недавно снимала видео, даже назвала его «Маски из жмыха», потому что это реально из продуктов переработки, которые обычно выбрасывают на свалку, а здесь сделали отличный просто продукт. Маска увлажняющая, как я уже в начале обзора сказала, она просто спасла мою кожу. Когда я снимала тест-драйв, я нанесла ее на лицо, и я была очень удивлена, что у меня кожа такая увлажненная, я так хорошо себя чувствовала, что потом на следующий день я прям сразу пошла и нанесла маску снова, и думаю, вау, вот это эффект. Это, на мой взгляд, одно из лучших увлажнений, которое, в принципе, я пробовала в плане вот такого экспресс, сильного, мощного, сразу снять сухость кожи, смог продукт, я была очень удивлена. И я буду использовать скраб. Не знаю, мне тоже понравился, как отшелушивает, но скрабов у меня много. У меня и Optimals, и Novage Peeling. То есть, как бы в скрабах у меня нету потребности такой. Использую я, конечно, заказала, обзор сняла. Очищающая маска тоже мне понравилась тем, что она также не только не сушит кожу, еще и наполняет питательными веществами, и кожа очень в комфортном состоянии. Поэтому вот сейчас пока заказала, надеюсь, Oriflame ведет этот продукт на постоянной основе. Туалетная вода Люсия, олицетворение чистоты и умиротворенности. Мне нравится эта вода тем, что одна из основных нот в ней сейчас — это нот сирени. Это моя любимая нота, вот не побоюсь этого слова. Она такая звенящая, прозрачная, свежая, какая-то весенняя, чистая. И мне нравится вода Woman's Collection, белая сирень из Oriflame. И Люсия, она у меня где-то вот на одном уровне стоит с белой сиренью, с White Lilac. Конечно же, я не прошла мимо бутылки. Мне бутылка очень понравилась. И еще сюда можно добавлять в нее фрукты, чтобы напитать воду минералами и витаминами. И еще здесь есть соковыжималка. Я в баблике показывала в обзоре. Я это еще недопоняла, как это работает. А потом после съемки я сняла прям мини-видео и в баблик выложила. Вот эта штучка, которая внутри, она переворачивается другой стороной обратно. И вот так вот вставляется. Очень хорошо здесь она зафиксирована. Вы берете мандарин, лайм, лимон, что вы хотите выдавить. И вот сюда насаживаете, на эту соковыжималку. И весь сок стекает в вашу бутылку, в вашу водичку. И вы уже пьете не просто воду, а воду, наполненную полезными веществами. Вот такая вот отличная бутылка вышла Oriflame и довольно большого объема. Это просто замечательно. И я заказала мини-версию магнетисты для того, чтобы попытаться с ней подружиться. Это новинка этого каталога. Вот такие вот мини-спреи. Они удобные, особенно сейчас вот в период отпусков, для ручной клади. Их можно брать с собой в самолет. С помощью мини-версии аромата можно
поносить его на себе, это все-таки не пробник, это прям полноценная вода парфюмерная, которая вот просто в маленьком флакончике. Если вам нравится парфюм, да, вот вы уже поняли, что он вам нравится, у вас есть полноразмерная версия, вы можете заказывать мини-версию, чтобы носить с собой в сумке, не таскать целый флакон, а иметь возможность обновить в течение дня. Я магнетисту не очень люблю, я знаю, что многие ее обожают, но вот это направление аромата, оно немного не мое, но вот мини-версию взяла и попробую протестировать. Здесь основная нота — это цветок пассифлоры, который притягивает противоположный пол. Научно доказано, что магнетиста вода усиливает притягательность. Тип этого парфюма восточно-цветочный. Но сейчас летом он звучит прям очень сладко. Прям сладко-присладко. Но я думаю, что осенью, возможно, в нем появится некая прозрачность. Но если вы любите магнетисту, напишите, пожалуйста, в комментариях, за что вы ее любите. А я буду пытаться с ней подружиться. Сейчас прям я с этого и начну. Как только закончу съемку этого обзора, буду ходить и тестировать ноты. Возможно, магнетиста мне тоже понравится. Если вам был интересен и полезен мой обзор, ставьте лайк под этим видео, пишите в комментариях, что вы заказали себе в 9-м каталоге. Обязательно проверьте ванильный коктейль, все ли у вас в порядке с акцией. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получить уведомления и посмотреть новые видео на нашем канале самыми первыми. Пока-пока.